Займитесь спортом, запишитесь на фитнес, танцы, йогу, посетите тренажерный зал или бассейн. Выбирайте нагрузки, оптимальные вашим физическим данным и состоянию здоровья. Старайтесь больше ходить пешком. Забудьте о лифте. Уже через месяц регулярных занятий вы почувствуете себя в тонусе, заметно похудеете. Правильная осанка, грациозная походка и стройная фигура никому не выдадут ваш истинный возраст. Смените гардероб. Наряды 20-летней давности редко кого красят и обычно старят их обладательницу. Понаблюдайте за молодыми женщинами, почитайте модные журналы, узнайте о современных тенденциях и фасонах. Поэкспериментируйте с имиджем. Не переусердствуйте, выбирайте одежду по типу фигуры и не старайтесь надеть на себя все красивое сразу, слепо подражая моде. Помните, слишком много молодежных акцентов в образе будут выглядеть глупо и нелепо в вашем возрасте. Следите за своим здоровьем. Возраст после 50 часто сопровождается изменениями в гормональном фоне женщины и наступлением климакса. Сопутствующие проблемы обычно негативно отражаются на внешности. Посетите грамотного врача и подберите подходящие именно вам препараты. Откажитесь от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем, курение не только сильно вредит вашему здоровью, но и откладывает серьезный отпечаток на вашу внешность. Темные круги под глазами, отечность, серый цвет лица, неприятный запах табака сведут на нет все ваши старания выглядеть моложе своих лет. Не забывайте о своей интимной жизни. Регулярный секс помогает поддерживать гормоны в норме, обеспечивает хорошее настроение, держит в тонусе и делает женщину заметно счастливее, а значит и моложе в любом возрасте. Помните, лишняя вес добавляет лет в любом возрасте. Следите за своим рационом питания. Выбирайте натуральные продукты с низким гликемическим индексом, откажитесь от полуфабрикатов. Замените привычную свинину и колбасы на нежирную куриную грудку, каши на свежие овощи, кондитерские изделия из добу на фрукты, и первые результаты не заставят себя долго ждать. Попробуйте устраивать раз в неделю разгрузочный день на кефире или овощах. Готовьте пищу на пару или в духовке. Отказ от еды, жареной на растительном масле, существенно снизит калорийность дневного рациона и поможет похудеть. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт Атлетик AtleticBlock.ru Атлетик это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные риеты и планы питания. Атлетик Ру – это сообщество помощи и поддержки худеющих.